Беженцы с Украины обустраиваются на Курской земле. Многие из них нашли работу. Кому-то повезло, и трудоустроиться получилось по специальности. Кто-то начал свою профессиональную жизнь заново. Врач из Донецкой области, теперь главный специалист Курского отделения фонда социального страхования. Как переселенцу с Украины удалось найти работу? Планирует ли он остаться в Курске на постоянное место жительства? И что говорят о новом сотруднике коллеги? Сменил практику на теорию. 9 лет Денис Антонов проработал в Донецке судебным психиатром-экспертом. Последние годы врач трудился в родной Константиновке. Но в апреле Денис вместе с супругой был вынужден уехать. Постепенно начинались там широкомасштабные боевые действия. Вот, ну и как бы стало немножко уже сработать не совсем удобно, в том плане, что задерживали зарплаты бюджетникам. Вот, сокращение. Ждать прихода Национальной гвардии он не стал и приехал в Курск, чтобы начать новую жизнь и новую карьеру. Добрый день, фонд социального страхования. Для более точной информации нужно предоставить желательно оригинал листка нетрудоспособности фонд, и мы вам тогда уже объясним. Медицинское образование, практический опыт работы, аналитический склад ума и глубокие знания. В ведении специалистов отдела страхования широкий спектр вопросов. Новый сотрудник за 2 месяца работы полностью переквалифицировался и уже изучил российское законодательство. Зарекомендовал себя с лучшей стороны, самый лучший, грамотный специалист. Уже успел побывать на нескольких проверках, уже был в командировке. И на сегодняшний день уже есть у него ряд поручений и заданий, которые он будет выполнять в самое ближайшее время. Оперативно оформить документы, необходимые для устройства на новое место работы, Денису Антонову помогли областные власти. Мне пришлось написать письмо на имя губернатора Курской области Александра Николаевича Михайлова. Вот. Он лично прочитал мое письмо, так сказать, обращение, и была поставлена резолюция решить вопрос положительно. По поводу моего трудоустройства, по поводу оформления документов в миграционной службе. Впереди еще много дел. Получение гражданства, участие в программе по добровольному переселению соотечественников, решение жилищного вопроса. Денис уверен, жизнь скоро войдет в новое привычное русло. Ведь дома и стены помогают. Ирина Шашкова, Максим Леонов, телеканал «Сеим».